только здесь, ивы ветром колышутся, только здесь сердцу русскому дышится, только здесь наша летопись пишется, да услышат все времена. Друзья, дорогие ветераны, уважаемые сотрудники органов внутренних дел, по поручению от лица губернатора Олега Александровича Кувшинникова, который, к сожалению, не смог сегодня присутствовать на этом праздничном мероприятии, он находится за пределами региона, от лица правительства Вологодской области, я поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Вы демонстрируете уверенные, хорошие результаты. Это снижение зарегистрированной преступности на 17%, тяжкие, особо тяжкие на 15%, повышение раскрываемости, цифры уже были названы, с 58 до 62%. Хотел бы отметить очень важное направление, это работа с молодежью, и здесь снижение преступности среди молодежи на 9%, и особенно важно это в сфере оборота наркотиков практически в 2 раза. Это все ваш результат. Граждане, жители Вологодской области, вот эти всех цифр, они, конечно, могут их не знать. Ровно как они могут не знать и не знают о том огромном вашем труде ежедневном, который находится не в публичной плоскости, и уж тем более не в медийной плоскости. Тот труд, который вы делаете кропотливый, который вы делаете ежедневно, приходя на работу. Но они, наши жители, наши граждане, они эти результаты ощущают на себе, когда выходят на улицу, чувствуют себя безопасно, когда обращаются к вам с просьбами, проблемами, жалобами и видят своевременный, правильный отклик, правильную реакцию. И это вызывает уважение, это вызывает доверие, и доверие это растет. И об этом также вот Виктор Николаевич об этом говорил, и я хочу сказать о том, что вот рост доверия и рост уважения наших жителей – это, наверное, еще один очень важный результат, которого вы достигли и достигаете. И вы, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, по праву можете гордиться вашими результатами, а мы гордимся вами. Я искренне поздравляю вас с вашим профессиональным праздником, желаю вам здоровья, счастья, бодрости духа. Праздником!